анонс и точно выхода 236 серии турецкого сериала «Плен». 236 серия сериала выйдет в эфир 25 декабря. Ранее в сериале мы увидели разговор Хиры и Рухуна. Хоть в глазах мужчины и промелькнуло осознание своего поведения, гнев продолжает застилать ему глаза, и он снова не видит те ошибки, которые продолжает совершать. Поднявшись, мужчина подходит к Хире вплотную и интересуется у нее. Понимает ли она вообще, о чем говорит? Девушка продолжает говорить о том, что если мужчина ей не доверяет, но он так и не дает ей закончить речь. Он говорит, что Хира даже представить себе не может, что было бы, если бы он ей не доверял. И он крайне настоятельно просит Хиру не испытывать его к ней доверия на прочность. Во взгляде девушки снова начинает мелькать страх по отношению к мужчине. Кажется, что Урхун не может видеть ничего, кроме своего собственного гнева. Нева уверенно говорит о том, что их отношения ждет еще масса испытаний. Настоящая лавина накроет их, и не факт, что они смогут из-под нее выбраться. Афифа говорит Хире, что из-за нее все сейчас очень нервничает, что еще сильнее расстраивает ее. Хира все объяснить, но даже никто не собирается послушать девушку. Кажется, никто из тех, кому она могла бы доверять, не видит в ней того, кого стоило бы слушать. Все видят исключительно себя и свои проблемы. Хира набирается смелости и признается Урхуну, что ей причиняют огромную боль моменты, когда мужчина холоден к ней. Афифа получает на телефон фото, на котором Джахангир касается Хиры. Женщина, кажется, совсем не намерена разбираться в том, насколько это фото правдиво, но оно явно вызывает у нее достаточно смешанных эмоций. Урхун подходит к женщине и интересуется, все ли в порядке. Нуршак довольно тяжело дается совместная работа с Кинаном в одном офисе. Когда девушка идет по улице, на нее кто-то нападает. 236 серия сериала выйдет в эфир 25 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.